Тревис, Тревис, красавчик, иди сюда, зайка. Вот такой красивый мальчик, мы даже хвостиком. Он знает, что он Тревис, он хвостиком виляет уже. Ставь аккуратненько. Так. Тревис. Ай, ты моя зайка. Иди сюда, иди. Погладь рыжего, он не дает ему. Тревис. Зайка моя. Хороший мальчик, хороший. Иди сюда, иди ко мне, иди, мой маленький, иди сюда. Иди, мой хороший, иди сюда, иди сюда. Тревис. Здесь малыши, они его не обижают. Он с ними спокойно ходит. У Тревиса проломлено основание черепа. Плюс сломан позвонок. Тот, который самый первый от черепа идет. Врач сказал, что... лезть лишний раз туда не надо. Не знаю. Болевые ощущения у него могут сохраняться. Сейчас ему выписали лекарство. И он сказал, надо его давать. Но давать надо очень долго. Я думаю, что Тревису надо еще одно обследование. Тревис, иди сюда, детка. Иди сюда, иди сюда. Иди, иди, мой золотой. Иди, мой мальчик. Он знает, что он Тревис. Треви, иди сюда. Он умничка, мама. Но он очень боится, ему часто причиняли боль, и он... Нет, он ласковый, добрый. И на ручки его брать можно. И он сам к тебе подходит. Да тихо вы, стайка моя. Да-да-да, вы тоже красивые мои все. А еще мы для малышей удлинили вольерчик. Раньше вот здесь у нас был кошатник, и возле кошатника было пустое место. Мы сделали... мы просто удлинили. И теперь у нас получился большой... большой вольер. Вот так у нас теперь получился. Вот кошатник у нас. И дальше малыши пошли. Мы здесь мы сняли дверь. И теперь у них хорошо. Вот так у нас теперь. Большой хороший вольерчик получился для деток. Теперь у них и солнышко здесь есть, и навес есть. Все теперь хорошо у малышек. Вот мы переделали все это. Это для самых маленьких. Да, карапузики маленькие. Вот малышам сделали только первую прививку, поэтому еще не знаем, как они среагируют на нее. Ждем. Но это очень опасно, и очень тяжело, очень страшно. С малышами, с этим детским садом очень страшно. Вот эти малышни, это уже пережили. Прививки пережили, глистогонку. Эти теперь у нас стоят на пиаре, мы их пиарим. Будем пристраиваться. Этим малышам по 3-4 месяца. Тревис, мама хотела сделать снимок про тебя, а показала про всех, да? Котик мой. Мамин, зайка моя. Иди сюда. Ах, ты же мой солнышко мое. Да ладно, не бойся. Вот, вот, вот. Как ты пошел, 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 пошел. Вот так, все. Он сам ходит, он сам поднимается, он сам кушает. Он сам по лесенке ходит, с детками гуляет. Куда ты в корм полез, кошарик? Вот так мы ходим хорошо, да, да, да. Ты мое солнышко, ты мой мальчик красивый, ты ходишь-ходишь у нас. Это тот ребенок, который у нас пластом лежал. И все у нас будет хорошо. Тревис перерастет, и даже если он останется небольшим инвалидом, с небольшими отклонениями, это не страшно. Он будет жить, и с ним все будет хорошо. Да, ребенок? Все, с Богом, деточка. Спасибо, люди, спасибо всем-всем-всем, кто отозвался и кто нам помогал. И спасибо всем, кто еще отзовется и с нами будет до конца. Сколько существует лохматая душа, столько мы ждем вас, друзья. Без вас нам не выжить. Вы наша жизнь. Все добрые, все неравнодушные, все милосердные и сострадательные люди. Это приют. И знаете, что самое главное? Не только вы нужны нам, но и мы вам, чтобы сохранить в душе чистоту, доброту, чтобы помнить о том, что мы с вами люди. Добра вам, всем-всем-всем, и спасибо. Огромное вам всем спасибо.